Будет грядущее лето жарким или нет, синоптики пока сказать не могут. Но постановлением губернатора с 18 апреля по 17 октября во Владимирской области установлен пожароопасный период. Все силы МЧС приведены в режим повышенной готовности. Спасатели составили паспорта безопасности и перечень населенных пунктов, дачных поселков, детских лагерей, которые подвержены угрозе лесных пожаров. По-прежнему весной проблемой номер один остаются палы сухой травы. Поэтому в ведомстве напоминают, разводить костры или поджигать траву категорически запрещено. Нарушителям штраф. К административной ответственности уже привлечено около 60 граждан. Приказ министра вышел, который устанавливает правила для пользования открытым огнем и мангалами, там, бочками с огнем, там, барбекю. То есть там есть определенные правила. К примеру, диаметр, там надо выкопать ров или ямку диаметром не меньше метра и глубиной не менее 30 сантиметров. То есть это как бы с этого начинается. При себе должен иметь воду, лопату, ну я так уже утрирую, и мобильный телефон. То есть это прям в приказе министра так написано. То есть при наличии вот этого всего можно пользоваться мангалом. Но до леса лиственного, до ближайшего дома должно быть не менее 50 метров.